Боец Мухаммад Макаев проведет второй бой в UFC. Вечером субботы на турнире лиги в Лондоне дагестанец из Манчестера встретится с американцем Чарльзом Джонсоном. Первый этап подготовки к бою спортсмен впервые проводил на своей родине. Макаеву 21 год. Он родился в Буйнакске, но с 12 лет вместе с семьей переехал в Англию. Весной боец ударно дебютировал в UFC, задушив на 58-й секунде Коди Дардена из США. Соперник Макаева, 31-летний Чарльз Джонсон, имеет в активе 12 боев, из которых побеждал в 10.